18 апреля 2011 года. Мастер Окнинской дистанции путей. Руснак Александр Михайлович, 49 года рождения. Во время обхода железнодорожного пути на 6-7 пикетах 94 километра по направлению Липкан-Ларго обнаружил кражу 176 штук противоугонов. По горячим следам и по проведению оперативно-розыскных мероприятий оперативным сотрудникам транспортной полиции Окнинца было установлено, что 16 апреля 2011 года около 13 часов двое жителей коммуны Ларго Бричанского района совершило на данном участке кражу 176 штук противоугонов, что в результате могло привести к крушению поезда. Сумма материального ущерба, которая была нанесена Молдавской железной дороге, устанавливается. Материального ущерба Молдавской железной дороге устанавливается.